Ни одна современная свадьба не обойдется без свадебных бокалов, а огромное разнообразие доступных материалов для этого творчества дает возможность сделать декор такой неотъемлемой части любого торжества необычным и запоминающимся. Эта милая девушка Наталья Буловина занимается оформлением свадебных бокалов, свечей и множества современных элементов декора вот уже 3 года. За все время мастерица приобрела огромный багаж знаний и умений в этом непростом деле. Смотрела подобные вещи у других мастеров и очень хотелось сделать что-то свое, проверить, смогу ли я сделать такое, может, даже лучше. Постоянно смотрю в интернете, что-то новое увидеть, какие-то, может, интересные работы. Иногда вот лежишь ночью, как придет что-то в голову, и вот нужно записать, нужно нарисовать, потому что вот такое интересное бывает. Выбор декора при украшении свадебных бокалов осуществляется с учетом формы бокала, его цвета и особенностей стекла. Для хрустальных резных бокалов лучше не использовать кружево, поскольку это будет смотреться чересчур пестро. Также в своей работе девушка использует цветы из полимерной глины, бисер, бусины, камни Сваровски и, конечно же, роспись. Вообще, как признается Наталья, своей жизни без творчества она уже не представляет. Вышиваю, рисую, расписываю хной. Вяжу там, что-то по чуть-чуть. Сказать, что я чем-то одним занимаюсь, это не сказать. Творческий человек, но творческий во всем. Можно и тарелку расписать, можно и стол расписать. Кроме элементов декорирования, необходимо правильно определить также цветовую гамму, в которой будут оформляться бокалы. Если идей по этому поводу не возникает, нужно прибегнуть к не слишком ярким, бело-зеленым или золотым тонам. Они актуальны и уместны на любой свадьбе. Для росписи бокалов используются контуры по стеклу, по керамике, которые запекаются. После этого рисуется бокал. Он высыхает, после этого проходит термическую обработку в духовке, и после этого он, можно даже мыть в посудомоечной машине, он навсегда, все, безвозвратно, можно сказать. Помимо бокалов, Наташа виртуозно расписывает и обычные восковые свечи, которые могут служить отличным элементом декора, а также чудесным запоминающимся подарком. Оформить подобную свечу совсем несложно. А вот если вы не обладаете художественными способностями, в своей работе можно использовать трафарет. Наташа оформляет каждую свечу вручную, украшая ее неповторимыми узорами и замысловатыми орнаментами. Каждая работа уникальна по-своему. В своем деле мастерица использует специальные нетоксичные контуры. Для росписи свечи нам необходима непосредственно свеча парафиновая и контуры для декора свечей. Выбираем рисунок, который нам нужен, и наносим рисунок. Когда рисуешь бокалы, можно убрать лишнее, там какие-то недочеты, недостатки, стереть, да, перед тем, как запекать. То при работе со свечами нужно быть уверенной, потому что если что-то неправильно сделала, то уже в этом месте и свеча немножко поцарапана, и тяжелее убрать нанесенную краску на него. Поэтому надо, чтобы рука была твердая. Увлечение Натальи уже разделяет ее 6-летний сын. Сережа, несмотря на свой возраст, виртуозно и твердой рукой мастерски помогает в оформлении декоративных свечей своей маме. Вот так с самого детства постигаются азы творчества.